Сегодня у нас 12 мая. У нас ежевика обычно цветет в июне месяце, но в этом году она уже цветет. Вот начинают цветочки, бутончики. В данном случае я вам показываю сорт начес. Вот. И начес у нас уже цветет в мае, 12 мая. Даже и 11 я видел цветет. По-моему, даже числа 9 начал цвести. Числа 9 только начинал цвести. Ну, что мы видим по начесу? Начес у нас, вот рука. Вот это уже молодой побег, который будет на будущий год. Вот. А вот эти побеги, которые вот этот толстый, он у нас плодоносит, и мы его обрежем. Все, что у нас будет в этом году плодоносить, оно потом обрезается, эта ветка. А та, которая нарастает, новая, она будет плодоносить в следующем году. То есть она будет укрываться на зиму. И потом будет так же, вот как это, нарастать и также цвести. То, что у нас в этом году нарастает, то есть вырастает новое, оно цвести, соответственно, не будет. Обычное явление для ежевики. Оно, как по сути, малина. В первый год нарастает, во второй год плодоносит. Пока вот так вот у нас выглядит ежевика сегодня.